Салам алейкум, дамы и господа. Это новый Subaru Forester, пятидверный кроссовер с двухлитровым двигателем. Этот японский бренд, на мой взгляд, недооценен по заслугам, ведь это очень качественные и практичные машины. Давайте вот так покажу вам. Вот так вот он выглядит. Просто посмотрите на этого здоровяка. Очень большая, красивая машина. Практичная, комфортная. Здесь вот большие колеса, современные диски. Перейдем в салон, к интерьеру. Салон у нас здесь выполнен из очень качественных и практичных материалов. Удобная посадка, бесключевой доступ, несколько крутых брендов для оффроуда, точнее модов. Видите, здесь есть и для снега, и нормальный, и Disnowmood. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это. Такой вот дисплей большой мультимедийный. Здесь, конечно, все очень даже неплохо, учитывая, как я уже говорил, недооцененность этого бренда. Вот так вот. Перейдем назад. Сзади у нас три таких посадочных места, кондиционер, ну и, конечно же, багажник здесь очень даже добротный, на целых 505 литров багажник. И вот так вот выглядит салон. С вами были UA Supercars, покупайте только самые лучшие автомобили. Пока!